серия дебютов. Я хочу привозить блестящих музыкантов, инструменталистов и певцов в Армению, которые здесь никогда не бывали. Например, с 27 сентября я всех приглашаю на концерт блестящего, гениального, на мой взгляд, виолончелиста Александра Князева, который впервые будет в Армении. И он с нами, с нашим оркестром, со мной 27 числа будет играть концерт Дворжака виолончельный и рококо вариации Чайковского. Значит, и 7 октября совместно с Yerevan Perspectives Festival мы привозим сюда знаменитейшую, можно сказать, приму, лучшая сопрано в мире, можно сказать, моя ближайшая тоже коллега Рене Флеминг приезжает из Соединенных Штатов специально к нам. И это будет начало такого международного поздравления нашего театра к сезону 85-летия. Значит, 17-18, 18-19, 18-й год, это будет 85 лет нашему замечательному театру. Так что вот такие тоже будут интересные вещи. Мы тоже будем, в конце весны у нас появится и «Лебединое озеро», балет. У нас будет Шопеняна, у нас будет балеро Равеля. Так что здесь очень интересные, даже балетные будут спектакли. И, значит, Кочара, Рубена Кочара, «Отелло» мы собираемся ставить. Так что интересные вещи. Как удалось? Главное захотеть.